А вот человек, о котором речь пойдет далее, нарушил закон. Пензенские полицейские задержали 26-летнего уроженца одной из соседних республик, проживающего в Тамалинском районе. Его подозревают в мошенничестве. Потерпевшим стал 33-летний мужчина из Курска, которому злоумышленник пообещал найти в нашем областном центре съемную квартиру. Через некоторое время у злоумышленника возник умысел обманным путем завладеть денежными средствами заявителя. Он позвонил потерпевшему и сообщил, что он нашел ему квартиру и необходимо внести предоплату в размере 5000 рублей. Мужчина перевел указанную сумму. Позже подозреваемый попросил заявителя перевести ему еще 9000 рублей, якобы уже за арендную плату за съем жилья. После этого он перестал выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферист может лишиться свободы на срок до 2 лет.